Тем временем в региональном отделении Банка России отметили коллектив авторов, чьими стараниями были подготовлены аудиоролики по кибербезопасности. Ролики звучат на коми-языке. Поэтому к их созданию были привлечены представители регионального центра финансовой грамотности, Национального музыкально-драматического театра и нашего телеканала. Именно силами Юргана аудиоролики были записаны и сейчас звучат в эфире радио Юрган. Вы смогли перевести на коми-язык аудиолекции по финансовой грамотности, и что, в общем-то, здорово, что это мы сделали одни из первых на северо-западе, точнее, на северо-западе железобетонная первая, и вот одни из лидеров по Российской Федерации. Но вот практика показала, что все-таки вот отдельным жителям нашей республики, особенно представителям старого поколения, и все-таки удобнее вот воспринимать эту вот новую информацию, хотя она сложная, но все-таки на том языке, на котором они привыкли. И вот появилась вот сама идея это мероприятие провести. И, скажем, очень здорово, что у нас это получилось. И вот эти наши аудиолекции, они сейчас пользуются спросом.